Значит, я, как сказала Оксана Суренна, работаю в Свято-Дмитриевском детском центре, который прежде был Свято-Дмитриевским детским домом. Работаю с самого начала его организации и, собственно говоря, создал этот центр Владыка Батилимон, когда еще был тогда еще протерей Аркадием Шатровым, в силу своей такой особого отношения к сиротству. Вот. И этот дом существует с 2000 года, патриарх Алексей осветил его в 2000 году. И вначале это был детский дом для девочек. Детский дом для девочек, сирот, в основном сирот, конечно, социальных. Потому что таких детей, у которых родителей вообще нет, в общем-то, немного. В основном это дети из семей, где родители не в состоянии детей воспитывать. Вот. Через нас за время до 2016 года прошло около 50 детей, да, около 50 девочек мы каким-то образом кого-то вырастили, кого-то устроили в семьи, которые были у нас, некоторые были у нас очень недолгий период, ну просто семья решала какие-то проблемы. Вот около 50 детей. Примерно с 4 до 20-23 лет выросло у нас около 16-18 детей, да, примерно так, которые прям с самого раннего детства и до выхода уже во взрослую жизнь. Причем большинство из них получили образование, и очень многие сейчас создали семьи. Так вот, этот опыт работы с детьми-сиротами, он, конечно, тоже очень много нам показал. Совершенно правильно то, что говорила Елена Валерьевна, это прям, ну, мы подтверждаем это, что девочки, конечно, которые растут в учреждении, они не могут стать такими совершенно полноценными даже мамами, родителями, если им очень сильно в этом не помогать, если у них не будет значимого человека, или если даже, скажем, в подростковом возрасте они не будут устроены в себе, хотя бы на недолгий период. У нас такой опыт был. Мы, когда вот девочки стали подрастать, стали понимать, что что-то с ними все-таки не так. Вот эта инфантильность, вот эта уверенность, что им все должны, они никому ничего не должны. И многие другие проблемы, которые мы видели, мы поняли, что надо что-то менять. И мы активно стали искать приемные семьи даже для подростков. То есть девочки в 14, 15 и даже 16 лет у нас уходили под опеку. И это, надо сказать, был положительный опыт. Причем интересно заметить, что не все наши воспитанники захотели это сделать. Далеко не все. Были такие даже случаи, когда ребенок выходил в семью, очень хорошую семью, прекрасную семью, потом возвращался. То есть что-то вот тоже там, какие-то проблемы были. В 2016 году большинство наших девочек выросли, вот те, которые брали в 3-4-летнем возрасте, им исполнилось 18 лет. И мы поняли, да, и кроме того, в Москве была изменена политика по отношению к детям-сиротам, была нацелена работа на то, чтобы все дети маленькие в основном и не имеющие каких-то очень серьезных заболеваний, все-таки устраивались в семьи. Вот, и поэтому как раз в этот период как-то так совпало, что и наши девочки выросли, вот такая политика изменилась. Детский дом был преобразован в детский центр. И как-то само по себе получилось, что вот эта ниша, которую мы стали осваивать, да, вот по потребности нашей помощи, семьи стали сами к нам обращаться, приходить. И вот сейчас наша задача это работать с детьми из семей в трудной жизненной ситуации. Таких семей несколько категорий, это опять же мы не выбирали, мы не устанавливали каких-то правил. Это так получилось само собой, что вот именно из этих семей там часто обращались люди. Это прежде всего одинокие родители. Одинокие родители, причем надо сказать, что часто у нас вот уже 4 таких семьи прошло через нас, где не одинокие мамы, а одинокие отцы. Как ни странно, много таких ситуаций, когда женщина уходит из семьи, оставляя маленького ребенка. Ни одного из этих отцов они не вдовцы. Матери оставили детей. И все трое, вот сейчас четвертый,
они совершенно самоотверженно занимаются детьми, они вкладывают все силы, но, конечно, конечно, это очень трудно, особенно отца воспитывать ребенка, особенно если это девочка, очень тяжело, и ребенку, и родителям. Кроме того, что это родители одинокие, большинство из них – это родители, которые не являются москвичами. То есть они не могут ребенка отдать, скажем, в детское учреждение государственное. Ну, просто юридически там проблемы есть некоторые. Вот, и поэтому они либо, то есть там получается такой заколдованный круг, либо ребенок, либо родитель не может работать, либо он не может содержать ребенка, если он не может его отдать в детское учреждение. И когда таким образом вот эти родители к нам обращаются, попадают, они просто, ну, как, честно говоря, даже прям как чудо воспринимают. Ну как же так? Вот мы бились уже, обращались к родику, не обращались, заколдованный круг. А вернуться, скажем, и уехать туда, откуда они приехали, это чаще всего какой-то, ну, недалекий регион от Москвы. Там либо им негде жить, либо там абсолютно нет работы, либо семья, так сложились семейные обстоятельства, что семья их не принимает. То есть это не безвыходная ситуация. И в такой ситуации, конечно, очень велик риск, что ребенок может быть из семьи в конце концов изъят. Но если родители не работают, не кормят, то понятно. Вот, и поэтому, в общем, наш центр для таких семей, конечно, в общем-то, выход и палочка-выручалочка. Примерно, наверное, около 30% таких у нас семей. Затем мы, значит, помогаем, стараемся помогать родителям, которые вышли из детских учреждений, ну, из детских домов. Это даже и наши воспитанницы многих нам уводят своих детей, ну, несколько таких детей, у которых нет тыла, нет поддержки старшего поколения, и им трудно на что-то опираться, и они, в общем, естественно, приходят к нам. Кроме того, помощь нужна, и это мы тоже на своем опыте поняли, очень нужна многодетным родителям. Причем, скажем так, сильным многодетным родителям, где там от 7 до 12 детей, обычно мать уже 5, 6, 7 ребенку, она уже свой ресурс исчерпывает. И если даже у нее остальные дети школьники и несколько малышей дошкольников, у нее не хватает просто вот ни физических, ни моральных, ни нравственных, никаких сил, не психических, на то, чтобы дать ему то, что ребенку нужно. И поддержка таких семей, она очень-очень актуальна. Причем вот мы видим, что те дети, которые начинают к нам ходить, там вся семья как бы преображается. И мать уже чувствует себя по-другому. Ну и еще одна категория семей – это семьи, которые воспитывают детей с особенностями. Детей-инвалидов или детей с какими-то, ну, отклонениями, скажем, в развитии. Причем очень часто это связано не с тем, что семья живет в очень трудных условиях. И ребенок травмирован именно в силу того, что вот исходно с самого младенчества он находился в таких условиях, когда и мать не могла ему дать, или мать одна, или даже если семья. Это вовсе не значит, что семья какая-то, может быть, пьющая, или родители не очень здоровые. Это может быть нормальная, обычная семья, но в трудных ситуациях, самых разных. Я сейчас не буду вас занимать этим, самые разные ситуации. И ребенок получает травму, которая даже не всегда сразу проявляется. Очень часто отсутствие речи. Вот у нас был мальчик один, который в 5-летнем возрасте практически вообще не говорил. Вот. И поэтому, конечно, его ни в какой сад, никуда его не брали. Но, слава Богу, нам удалось ему помочь. Вот эти вот 4 категории семей – это основные. Ну и приходят, конечно, и с другими ситуациями родители. Вот что дает центр? Ну, во-первых, самое главное, конечно, почему вот, на детский дом православный, что из названия видно, да? Самое главное, что мы стараемся дать детям прежде всего любовь. То есть ту любовь, которую даже не всегда не могут иметь и в своей семье. Развивающая функциональная среда, мы стараемся, чтобы дом был полностью укреплен тем, что необходимо для детей. Да, я, кажется, не сказала, что в основном у нас подопечные дети – это дошкольники.
главным образом, это даже дошкольный возраст. Ну, естественно, это бесплатное питание, все, что мы даем детям, это на бесплатной основе. Хотя, в общем, детское государство мы не получаем финансирование. Очень много у нас развивающих занятий, потому что дети в основном такие, которые требуют большого вложения и психологической помощи, и просто каких-то развивающих занятий. Иногда просто для того, чтобы запустить их процесс развития. Иногда они достаточно, там, 2-3 месяца ребенок начинает там ходить, и он, как бы, знаете, вот, как болтаивает. Вот что-то у него меняется, и он начинает развиваться, начинает динамика положительного развития. Так, ну и возможность творческого развития, общение со сверстниками, которые очень часто в таких вот семьях, про которые я рассказывала, ребенок просто лишен. Ну и много мы стараемся делать для того, чтобы дети просто-напросто в нашем центре радовались, чтобы они жили с любовью и в радости. Это очень важно для развития психического. Родителям мы даем возможность работать, чтобы выживать, спокойствие за детей, которые находятся под контролем очень квалифицированных педагогов и специалистов. Даем родительское сообщество, что тоже очень важно, потому что иногда родители даже не знают, куда обратиться, как общаться. Когда они начинают друг с другом взаимодействовать, то, конечно же, и взаимопомощь в том числе тоже они получают. Кроме того, что немаловажно, это и снижение финансовой нагрузки, потому что чаще всего семьи, которым мы помогаем, они очень малообеспеченные, и это тоже является одним из таких критериев, критерием риска изъятия ребенка из семьи. Родители, особенно мамы, которые вот имеют много детей, многодетные семьи, они получают эмоциональную, физическую разгрузку и очень важную психолого-педагогическую поддержку. Ну и досуг и отдых, потому что все наши праздники, которые мы организуем, они организуются в том числе и для родителей. Семья в целом получает внимание, поддержку и заботу. Снижение риска изъятия ребенка из семьи – это одно из первых условий, вернее, одна из главных наших целей. Укрепление детско-родительских отношений, снижение психического напряжения, депривации в семье, улучшение эмоционального фона. И, что немаловажно, семья, посещающая на детский центр, это для нее открывается путь к Богу, потому что часто родители, мы, конечно, не принимаем всех, кто к нам приходили и мусульмане, и люди совершенно далекие от центра, но когда они начинают с нами взаимодействовать, они открывают для себя тоже дорогу к Богу, что тоже очень немаловажно. Значит, какие направления работы? Вы принимаете всех? Да, у нас нет. Казалось, что прозвучало, что мы не принимаем. Нет. У нас нет критерий, что мы принимаем только православные семьи. Конечно, нет. Любой может к нам обратиться, в том числе вот у нас были мусульманских семей дети и дети, которые совершенно такие не церковные. Это для нас как бы не самое главное, вообще не имеет значения критерий. Значит, какие направления работы основные? Это организация по типу детского сада, наверное, групп дневного пребывания. Причем очень важно, что эта группа у нас инклюзивная. То есть у нас дети, которые имеют инвалидность или какие-то особенности развития, находятся вместе в одной группе с детьми, ну, обычными, скажем так. Вот. И группы небольшие, до 10 детей, поэтому дети, которым 2-3 ребенка обычно с какими-то особенностями, они, в общем, себя чувствуют достаточно комфортно. И надо сказать, что это важно не только для детей, которые имеют особенности, но, может быть, даже и важнее для обычных детей, потому что они обретают опыт такой заботы. Вот у нас есть мальчики, 2 мальчика, один старший, другой младший, с синдромом Дауна. И вот этот вот маленький, младший дошкольник, который, он как бы является даже вот объектом заботы девочки из старшей группы, даже ровесники, он является таким объектом заботы, внимания,
И они соревнуются, вот, чтобы девчонки приходят в раздевалку, чтобы они, кто первый, сможет ему там помочь связать шнурки или как-то помочь одеться. И, конечно, они, вот этот опыт такой, что не все такие, как мы, есть ли другие дети. Это очень важно для их такого развития нравственного в том числе. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, здесь, на этих слайдах, просто так, чтобы вы представили, как жизнь у нас устроена. Значит, у нас группы работают примерно с половины девятого до половины седьмого, и дети находятся под присмотром квалифицированных, естественно, педагогов, с тихим часом, с прогулками, с развивающими занятиями. Но что важно, что у нас дети, которые имеют какие-то особенности по развитию обменному, вот здесь вот девочка, здесь вот планом, они могут получать специальное питание, что не во всех, конечно, учреждениях детских возможно. И вот, видите, она такая радостная и довольная сидит. У всех, например, какой-то там вот пирожки, да, что-то. А ей нельзя. Фенилкетонурия у ребенка, она не может это, такую пищу принимать. Вот видите, как повара стараются, чтобы ее пища тоже была, ее блюдо тоже было красиво оформлено, и она с аппетитом его ела. То есть такая, индивидуальный такой подход к каждому ребенку мы считаем очень важным. Следующий, пожалуйста. За трапезой детям обычно читают, они у нас педагог по развитию речи, то есть они привыкают к такой счастливой обстановке, когда кушают дальше. Вот, сейчас мы будем перелистать. Вот, важное значение для нас имеет создание такой развивающей комфортной среды в наших группах, где дети имеют, в общем, все для гармоничного развития. Даже когда они не находятся в группе, на занятиях, то как бы поверили. Сейчас, предыдущую, я хотела показать. Предыдущую. Да. Вот здесь дети в группах находятся, то есть у них, они играют в дочки матери или вот, в парикмахерскую. Но вот на верхнем слайде занятия, которые организуются вот, не в группах, а нашими специалистами, нашими педагогами, вот они что хотела сказать, значит, в этих занятиях дети получают в данном случае здесь на фотографии знакомство с овощами. То есть они эти овощи, вот это осенний кадр. Простите, я немножко изменила смысл. Значит, эти вот овощи, которые рассматривают, они осенью и весной занимались садоводством. То есть практически такие у нас маленькие участки там есть для них, и они их сажали. И вот здесь они уже рассматривают урожай, который они получили. Конечно, не все эти овощи они сами вырастили, но плоды их таких вот их трудов, они тоже мне показали. Дальше, пожалуйста. Ну, это вот на прогулке у нас очень хорошо оборудованные площадки, это зимние виды спорта. Еще направление работы – это развивающие занятия. Мы очень большое значение придаем не только общему развитию музыка, живописи, физкультура, хореография, очень много у нас всего, но и творческим таким видом занятий. И очень у нас интересно, и существует для детей театр, в котором они активно участвуют. Ну, здесь просто примеры картинки, где дети занимаются. Вот видите, обратите внимание, да, что у нас в группах дети одновременно находятся с особенностями, с особенностями, да, по личному, что это дети с синдромом Дауна, и обычные дети, они совершенно на равных занимаются. Вот здесь занятия музыкой, вот физкультурой, дети вместе. И это очень важный момент. Вот творческая реабилитация детей с инвалидностью через творчество. Это очень хороший этот результат. Ребенок, который вот, приходит, и он даже может не говорить, не общаться, не коммуницировать, но
когда он включается, скажем, в театральную, дальше, пожалуйста, в театральную деятельность, наравне с теми людьми, которые, ну, обычно развиваются, это очень хороший, быстрый предыдущий, пожалуйста, дайте слайд. Следующий. Вот вы видите, здесь на переднем плане, да, дети тоже с синдромом Дауна, и вот они занимались садоводством как раз, о чем я хотела сказать. И вместе со всеми детьми, которые ходят в детский сад. Дальше. Вот это ребята с синдромом Дауна, которые только что поставили с ними сказку «Теремок», и видите, какие у них радостные, счастливые лица. Значит, кроме того, у нас существует еще школа для детей с синдромом Дауна. Сейчас просто покажите слайд. Да. Вот это школьники. У нас небольшой класс, всего 4-6 детей сейчас учатся в этом классе, но тем не менее мы считаем, что это очень важное направление, потому что многие родители просто не могут даже найти возможность ребенка с таким диагнозом обучать в Москве, не так просто это сделать. Но еще сейчас у нас мы помогаем беженцам с территории СВО. Вот сейчас есть на фотографии, это мама, которая 3 месяца находилась в больнице на лечении. Вот, а девочка жила у нас в Турке. И в этот момент встречи мамы и девочки, я думаю, девочка не сразу захотела, надо сказать, маме идти, но в конце концов сейчас они вместе. И очень большое значение мы придаем, конечно, психолого-педагогической поддержке родителей, потому что прежде всего, конечно, важна работа именно с семьей. Если мы будем помогать только детям, не заниматься семьей, понятно, что эта проблема не решит. Вот поэтому у нас работает и семейный психолог, и детский психолог, и мы вовлекаем во все наши мероприятия родителей, родители имеют возможность общаться, и если какая-то имеется проблема в семье, то мы обязательно занимаемся возможностью решения. Это может быть и юридические проблемы, и психологические проблемы родителей. Это могут быть проблемы, связанные с воспитанием ребенка. Это может быть поддержка даже финансовая. Мы организовываем иногда даже лечение детей дорогостоящих. Мальчик у нас был, который не говорил до 5 лет. И только благодаря тому, что мы организовали его курс его реабилитации в специальном центре, этот вопрос как-то сдвинулся, был дан толчок его развитию, и он заговорил. Поэтому всегда, когда семье нужна помощь, мы стараемся ее оказать, именно та помощь, которая требуется данной семье. Вот поэтому такой вот инклюзивный наш, мы говорим, что у нас инклюзивный центр, не только в том, что дети вместе находятся, но и в том, что как бы, мы включаемся в проблемы каждой семьи для того, чтобы максимально помочь ей сохранить детей. На этом я закончу. Благодарю за внимание. Если какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Скажите, пожалуйста, есть ограничения по возрасту? До каких лет дети могут быть? Ограничений, как таковых, нет, но поскольку у нас это центр для дошкольников все-таки, то они у нас с 3 лет и до выхода в школу. Дети с синдромом Дауна, я видела, они постарше родители, да, им 8, 9, 10. Смотрите, значит, вот эти дети с синдромом Дауна, это школьники. Вот я говорила, что у нас есть класс, 5-6 детей с синдромом Дауна, они у нас включаются. Сейчас 1-й, 2-й класс, и вот сейчас будет 3-й класс. Наверное, мы пока, честно говоря, еще не решили, не поняли, как мы будем дальше с ними, но, скорее всего, это будет только начальная школа. Вот. То есть где-то вот сейчас старшему ребенку, у нас воспитаннику 11 лет, по-моему, да, 11 лет мальчику с синдромом Дауна. А так вообще это дети просто вырастают и уходят в школу. То есть родители все-таки отдают нам, да, школьников в основном. Спасибо. Thank you.